underscore and then it's gone. My screen changed. На самом деле самое примечательное, что сюда было, это дорога. Дорога просто отличная. Единственное, наш шадоу чиркает подножками. Поэтому серпантину было довольно-таки так. Прикольно ехать, Лешка говорит, что я ехал слишком быстро. Вот. Лефкара. Вот, до этого были в монастыре, сейчас уехали в деревню Пана Лефкара. Погуляем здесь. Сегодня, в общем, катаемся по серпантинам, прям вдоволь. В общем, очень интересно. Садиться на Кипре приехали, а охранник порешал, что в общем сегодня никого больше не будет и закрыл. Закрыл, сел на свой мопед и уехал. Вокруг только посмотреть нам осталось все. На самом деле тут забор не очень большой, можно перелезть. Мы вот пока едем, очень много всяких интересных растений видим. Вот сейчас вот мы подойдем еще к одному. Кактусы. А, это не кактусы. А может и кактусы. Почему-то на этих кактусах рас... О, Иришка, мы, оказывается, это кактусы кушали. Смотри, вот они. Мы там покупали вот эту штуку. Это кактус. Это, оказывается, кактус. Вот. Видно было. Вот. Мы думали, что это какой-то непонятный фрукт. Мы думали, что это какой-то фрукт. И скушали. Пахнет он как помидор. Точно, пахнет он как помидор. Он не сладкий. На вкус он как непонятно что. Вот. И внутри очень много семечек. Внутри очень много семечек. А у тебя полный рот в семечках. Чи. А вот тут же растут у них еще какие-то фиговинки. Не знаю, что такое. Много чего растет на самом деле. Гранаты растут. Вон еще гранаты.